Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Я ставлю. Я тоже. Я тоже. Легенд. Слабак. Все у тебя не как у всех, а? В моногрине. Две земли оставляй с существами за шесть. Их цикнуть можно? Нет. Которые именно у меня были, их нельзя было. Ну а потом мне построили колено. Лалена. А бесплатный первый мульган, да? Да, да, мы теперь же. И карточку не сюда, что дома. Первый ход, кто переходит. Да. Что ты там шараш? Анусик. Ну, в принципе, оставил. А все, убери отсюда. Сейчас у тебя будет палец. Все, погнали. Саня, мы уже поехали. Паша гонит? Нет, я жду вас. Все. Ходи. Паша же вторым ходит. Что там пошел? Ну все, уже. Ты что? Значит, он берет карты, это без... Это, без... Шесть. Я не знаю, он положил землю, потом взял карту почему-то. Сереж, не надо. Ну это же Паша. Он же может тебе бородой защекотать до смерти. Да я же иду домой. И что? Ты обречешь нас на игру без тебя? Да. Паш, выкладывай землю. Ура. Смотри, что умею. Soul Ring. Передал. Карточку я дрому. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Да, ровно. Вас ругаю, сейчас сам передал. Ну все. У него первый дроп эльф. И что делать? Что с этим делать? Давай. Да не ты, Сережа ходит. Да, я знаю. Сережа, забудь дрогнуться. Ты дрогнулся? Зачем? Точно. Что делали? Не знаю. Нормально. Паш, канал читать нельзя. Можно? Да. Ну ты у Сережи спрашивай, он передал или не передал? А Машина, что за СМР на стриме? Сейчас отписки пойдут. Да-да. Так. Я спросил, можно ли почитать. А можно играть землю, которая... Когда выходит, ты должен забрать их, землю себе на руку. Самую первую землю, когда у тебя вообще нет земель. Нет, нельзя. Ты ее же и вернешь, если ты про вот эти вот земельки клевые. Понял. Ну, наверное, я вот, чтобы тебе показать пример, получу с нее манку, выведу эту земельку, верну ее себе в руку, получу еще две манки и сыграю вот такого вот эльфачка. Ну, когда он умрет, поищу базик, положу на поле битвы повернутый. Передал. Господа, кто смотрит стрим, напишите нам что-нибудь в чат. Мы готовы вам отвечать на все ваши вопросы. На тебя. Заебись. А, передал. Еще мы должны искрометно шутить на стриме, говорят. В скобочках нет. Я нашел карточку с Ice Bucket Challenge. За 98-й год. Покажи. Че, деревья в воде? У тебя все норм. За 4 маны получить 6 жизней? Ну, у тебя будет как минимум крича, Сережка. А синий откуда он получил? С команд Tower. А, да, подожди. Немножко показал, что это другая. Tower? Батарейки, по-моему, сели, да? Да ладно. Да вы гоните. Ну, выведу себе опять цвет. Ну что, вывести что ли мне командира? Или погодить пока, как вы думаете?
Короче, обка землю поищу. Да, я выведу командира. Мерин с нами. Вот так вот. Нет. Черная, зеленая и две любых. Ну а ты зеленый пункт. А, ну да. Мерин с нами. Теперь я передам Маслине ход и буду читать, что он делает. Помещай, пожалуйста. Давай. Угу. На дроп. Угу. Три маны. Угу. Такую девочку сыграл. Ой, злобная. Чукча. Передал. Ну вот Паша открыл, надо ходить в атаку, нет? Зачем? С такого. Понять, что это за хуйня. Тебе нужно залетать всех гусями в этой колоде. Каким гусям? Гусям. Слава гусям. Слава гусям. Та-т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 а. Слава гусям. Слава гусям. А что за счетчик жизни? Счетчик жизни такой был в колодах как раз вот антологии и в Арчениме Никол Болос. Он перещелкивается, соответственно, здесь можно до 99 жизней дойти. Это очень актуально для командора, потому что ну, тут 40 жизней начинают. А, вот эта штука что-то делает. Я считал, по идее, себя. Когда меня атакуют, я могу тапать и антапать сейчас. Да? Да. When a player attacks enchanted player with one or more creature, that attacking... Player. Нет, ты кого-то другого должен зачаровать, и ты сможешь тапать его кричей, когда пойдешь на него в атаку. А это ты кого-то другого должен зачаровать. Пашу? Воу-воу-воу, пошел хейт. И Сашку на два. Ты уверен? Да. Я буду неумолим. И я чё? Пощадил тебя в том ходу. А, когда она наносит повреждение, Нанес? Нанес. Окей. 30. Сколько там? Два. Математика от маслины. Тарам-парам-пам. Саш. Да-да. Я просто себя защищаю. Я тебе отложу тигру. Хорошо, спасибо. Тигру тоже. Дай мне тоже чикапай. Да. Мне дай почему. Будем АСМРить на стрим. Что именно? А у меня, кстати, друг на эту херню посел. На какую? На АСМР. Ну, можно сделать АСМР анпакинге магии. Я делал, если вы помните. Да. Они сильно могут нанести. Слушайте. Давай, наверное, выведу черную манну и... Командир. Да. Да? Тоже. Может, хостой? Нет. Mm-hmm. Что ты делаешь? Она кладет демона или ангела из руки Паши. На поле битвы, да. Могу ходить? Да. Тапнут его, я такую еще. Такая. Не смущайте, мы играем. Окей, земелька. Могу там повернуть и сакрифайснуть существо и получу одну жизнь. Давай. А каких цветов лучше собрать короду и хорошие игры вам? Смотря в какой формат. Все зависит от формата, в какой ты играешь. Вот такую штуку хочу. Когда входит, могу
Destroy target, но артефакт, но null creature. Уничтожаю тебя. Он стал у тебя подороже на 2. Вообще пофигу. Он за 4 манки является в любой момент. С командной зоны. Окей. Я в курсе, но у него не будет флеша. Хочу передать. Андроу. Три маны. Какой он дает +1/+1 к заходу по количеству эльфов. Эльфов. Да. Ну, собственно, логично. Создал эльфа. Когда входит? Нет. За девочку. Кины есть? Кины? Да. Где-то целая коробка кино была. Вот. Можешь вот здесь поискать. Эльфа. А кто пил мой кефир? Отсюда вот, я кстати, вообще все просто. Угу. Молодец. И говорю, вы можете ходить. Я все в сторону эльфов отложу. Паша, тебе надо такую бумажку дать. Я еще не опять где-то находил. Опять где-то потерял ее. Может, куда-нибудь. Паша? Это ваше? Паша, это у вас. Там тоже книжечку. Вон там книжечка. Из бандла. Ты вроде любишь? Да. Так, окей. А вот это что делает? Сережа. Когда кричи будут атаковать зачарованного плеера, то эта крича получит +1/+1. Ну, нужно зачаровать кого-нибудь другого. Тебя. Окей, зачаровал. То есть, когда его будут атаковать, то ваши кричи получат +1/+1. Я понял. Могу? Давай, да. Хера себе дорогим. Так, вот это. Так, эти. Сереж, ты понимаешь, что это не по-христиански? Что именно? Вот то, что ты делаешь. По-христиански добыл. Да. Раздавай. Давай. Дай сушечку. Можно сушки класть вместо кино. Ну. И когда их убивают, есть. Да. А, наверное, я хочу в атаку. На кого? Ну, самый злой. Он тебя второй цвет. Ну, ты не херовал. Паш, а на него пойдешь в атаку, жетончик положишь? Да. Сань, извини. Но я хочу жетончик. Так, хорошо. Я так. Правда хочу жетончик. Сережа просто стоит такой у каждого за спиной, такой, от того убери. Ну слушай, ну ты должен тебе на маслину что-нибудь положить. Как на маслину? Так, клипы на стриме. Оригинальная шутка. Давай мы типа будем их хейтить. В атаку? Меня? Да. Но подожди. Да. У меня есть триггер. Дракон. На 5-5. Я тоже атакующий. Да, начиная с меня, каждый игрок может пожертвовать манну и добавить дракону +1/+1. Мне зачем? Мне драконы не нужны. И типа за каждый раз, когда кто-то это сделает, ты потом сделаешь это еще раз. Я не можешь ему другую цель назначить. Как? Я-то такой же этого игрока. Этого же игрока. Тебе. Я не буду ничего тратить. Ты будешь тратить? Ты будешь тратить?
Мне на 8? Мне зачем дракон? У меня все на эльфе. Да, 5, 6, 7, 8. А будут и драконы. Его бафнешь. И все. Так, теперь сыграю. Гастон Хублю. А? Жетон тоже положит. Да. А-а-а. И он и на одну больше. Он тогда на одну больше тянулся. Да. 29. Паш, так он делается. Двое Паши. Не один разочек. Ну, Кали чуть-чуть припомнил. У меня какая-то чапка, на самом деле. Так, 3, 5, ну, если хочешь кого-нибудь зашибить, кого-нибудь забрать. За 2 маны... Я тогда... Ну, мы не в проформат 2-2-2, а проформат стандарт, проформат модерн, формат легаси, формат командер. Про вот такие форматы. А мы тут не читаем 2-2, каждый сам за себя. Да, здесь мы не 2 на 2, мы здесь играем, как сам за себя мультиплеер. Передам тебе. Ну пока меня хейтит. Так, убил вот такую штуку, поискал себе земельки, получал хиточек, у меня 30, да. Мне еще нужен будет каунтер, Паша. А ты не мог это сделать пораньше? Ну нет, я хочу, чтобы вы страдали. Положил земельку повернутый, получил один каунтер экспириенса на Мирену. Вопрос. Когда она умирает, experience counter слетает? Нет, остается. Ну вот у тебя experience. Сушки вообще. Дай мне сушки. Сушки топ. Аж будешь? Да, давай чуть-чуть. Тогда стандарт. Стандарт пока непонятно. Собирай зомбей. Белых или черно-белых или черных. Это в зависимости от того, насколько клуб ворот. Белый-черный будет больше контрить, черный больше агрить. А что ты вернул? Че? Это другая земельчика. Она выходит повернута и дает один хиточек. А. Паш, ты будешь продолжать меня атаковать? Нет. Я вообще, вот у меня тоже проблема. Я не знаю, что делает вот эта карта. Мириады, что это такое? Whenever this creature attacks for each opponent over the defending player, you may create a token that's a copy of this creature. Ты атакаешь его этим существом, а на остальных токенами этого существа? Oh, this creature was tapped and attacking that player opens walker, he or she control. Я, допустим, атакую Серегу. А на вас создаются токены, которые вас атакуют. Нет, туда же идут. Нет, это других. Да, я тебе верню. Верню тут. Других оппонентов. Раз, два, три, четыре. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, да? Типа. Вот кто мне нанесет урон, того я буду ненавидеть. Паш, я уже тебя ненавижу. Такой. Или парампица. Это такое же лицо, когда... Ну, давай такую долбанину введем. Я буду опасным. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Я буду ходить на вас в атаку и быть очень злым. Хочу в атаку на маслину. 8, 6? Угу. Да. Он 3-2? Да. Ха! Встал блок, пожертвовал земельку, он получил шрауд. И что? А, уничтожьте... Все, сделал! А, пожертвуйте, да. Ну, шрауд. Встал блок, он не умер. Умер. Ты понимаешь, что такое шрауд? А. Нет, ты уже сделал. Нет, ты уже сделал, окей, шрауд. Я не буду ничего, я не смогу ничего покастовать. Я тупой. Я тупой. Ну, есть такое. Просто умер. Да. Передал. Такой кнейвер. Нечего газировки пить. Всякие. Вот напьются своих американских кока-кол и тупыми становятся. Потом в жопу ебутся. Именно. Слушай, это от тебя падает какая-то штука, я не понимаю. Не знает. Или от ковров. Да из него сыпется. Слушай, серьезно, из тебя катушки сыпятся. А, вон, из этого у тебя... Как приятно, когда едешь в пробке и смотришь старинку. Мы рады все для вас сделать. Варяга. Ставьте лайк, подписывайтесь, подкидывайте нам идеи.
приезжайте к нам играть, присылайте нам донаты. Или купите у нас МТГ, этим вы наш поддержите, стримы и все прочее. Блин, он сейчас, сука, пойдет на меня в атаку. Не ходи на меня в атаку. Вот эта штука будет разбивать вам лица. Ты будешь точно, да. Передал. Слабак. Дай мне токен. Кубичек еще. Нет, кубичек дай мне. Я хочу съесть эту сушку. По токену. Так как у тебя будет очень много. Да, спасибо. Ты передал? Я думал. Да передавай. Ой, качающаяся баба. Левел ап. Ну, идем левел ап сразу. Хуман шаман. Не сразу, пока нет. Ходи, Паш. Подожди, у тебя слон появился, да? Давай. Нет, еще не появился. Она за поворот. Она за тап, и если она в тапол. Сейчас, в конце твоего хода. Она входит первая, тебе повысят до второго, нет, да? Нет, еще нет. Сыграю вот эту, сейчас, я не так сделаю. Окей. Если я одну красную заплачу сюда и поверну эту, у меня будет черно-красная. Да. И еще две вот этих. И сыграю вот этот с кикером. На 4. Угу. То есть 1, 2, 3, 4. То есть 1, 2, 3, 4. Вот, красную кикер заплатил одну, да. 3 за стоимость. Вот, destroy target артефакт enchantment. Destroy. И тебе на 3, Сереж. По конвертам монокосту наносится. Тут таргет кричи, я должен таргет кричи выбрать. А, окей. А, какой мне ты же знаешь, что мне бесполезно убивать кричей? Да. Я так полагаю, что... Я могу пробафать. Чё у него там что-то есть, по-моему, очень вредное? Ну вот это спамит. Вот что. Она 1-1. Чё? Вот это можешь, тоже существо. Да, смысл. Давай вот эту. Не убил. Плюс X, где X количество эльфов на столе, 5 эльфов. Ты можешь рау дать, опять же. Ну, окей, да, ладно. А она сейчас 7-5, да, 7-5. Все, конец хода, сход. Теряем основу. Могу ходить? Нет, я хожу. Какой конец хода? Это его был конец хода, конец хода. А как ты сигнетку сыграл? Он ее давно еще сыграл. Да? У него сигнетка стоит с какого? Ее же можно сразу тапать. Она же тапать сразу. Ладно, мне показалось, ты ее только сейчас увидел. Она с второго. А почему нельзя, когда вывел ее тапать? Можно. Ты не можешь ее в чужой ход играть, она же как артефакт там. Почему не могу в чужой? Все. Ну, на имеет в виду просто разыграть. Не разыграл тебя. Так, что нам надо? Нам нужно... Шоколаду. Делать вещь очень плохую, что Паш, как тебе имбами играть? Я тебя могу убить. Не стоит. Почему? Потому что умные люди не хейтят одного, а потихонечку кусают всех остальных. Мне не нравится твое существо. Какое? Ты да. Поэтому всегда сначала одного убиваешь, потом остальных. А потом остальные тебя. Я хочу попробовать. Не стоит. Не стоит? Не стоит. Давай ты кого-нибудь другого попробуй убить. Выбери, кого мне убить. Маслина. Маслина? Ну ты что, 40 хитов нанесешь? 40 хитов нужно нести. Сейчас посчитаем. Что там? 9. Пишет что-нибудь. 9, да? Оно типа надо сходить. Александр, почекайте чатик. Ну нет, он может еще там. Чатик? Чатик. Я периодически чат. Есть там что-то? Я играю с Орсом. Мы отвечаем. Хорошо. Я Боник Тутор. Ага. Тебя Боник Тутор. Никто не против? Ищу кого-нибудь.
Да, Макс X5. Сереж, где тот Тор? Ой, какой тот Тор? Контерспелл. У тебя две синие манки. Даже три синие манки. И чего? Ну и где контраспелл? Не засунули. Паша отсайдил. Паш, зачем ты отсайдил? Я ничего не подсайдил. А как ты убьешь-то? У тебя что там у тебя есть на две маны-то? Вась. Не тебе показать? Ну, сейчас, я думаю, ты сыграешь и покажешь все нам. Кискины. Да, кискины. Там были кискины. Я вижу. Это что-то, видимо, на хоббитов эти авторские права есть, поэтому у них в магии кискины. Кискин. А дворфов нет. Есть. Ну, у них же визарды, они же еще и по этой, по ДНД. Ну. Там дворфы. Ну, дворфы. Но. А тогда да. А хоббитов нету. Видимо, тогда авторские. Понятно, почему у визардов дворфы. Паша не может найти этого. Паша, ну кто... Ой, а почему мы Пашу не хейтим, когда он долго тутырит, а только меня, когда я отправил, а? Я не могу найти то существо, которое... Существо еще? Хейтить Сашу, это по-христиански. А хейтить Пашу, это по-католически. Сделать еще одну атаку. Может даже по-еврейски. Ну, надо вас. Так не точно. Паш, не томи. А блин, не могу что-то писать. А, давайте помогу. У меня, видимо, еще какая-нибудь ебала там есть на десятку в таке. Мяу, мяу, кыс, кыс. Что за существо-то? Тут есть даже способность. А, он же может взять в руку и положить ее за эту. У нее же не за две маны, а любого демона. Идея просто универсанга. Но я что-то найти не могу. Может, дети в галактике забрали? Нет. Так же, как Тизерета. Так же, как Сахили. Так же, как Сахили. Бей ангелы. Нет, прямо. Короче, ладно, взять что-нибудь такое... Имбовенькое. Имбовенькое. Да. Да, злая. Очень злая. Да. Кыс. Как он выглядит? Что за ангел-то? Паш, а был ли ангел? Ну, такой обычный ангел. Обычный ангел. Я знаю, что взять. Я это возьму. Окей. И я знаю, потом не похейчу. Я вижу, что я возьму. Господи, блин, где же он? Ничего себе. Топчик. Там ничего нету. Паш, опять нету? Можно? Да где он? Я только что его видел. Вон, нет? Я отвечаю, он был нет. О, а можно вот это взять? Мне кажется, это хочет. Блядь, Саша, да. Нужна сюда киска. Кто с тобой? Она должна стоять как моментно. Кто? Вот этот котик, который запрещает тут ковриться. Я тут все разбирать ковриться. Закончу, пока Паша там потуторит. Только это не... Или петух. Или петух. Да, или петух. Бери вот этого демона. Или нет. Сейчас найду. Вот я его видел вот только что. Вот он. Нет, это не он. Да. Нет, не правда. Вот, все, взял. Давай помешаю тебе. Давай я помешаю. Все, давай. Помешай. И я, наверное, хочу сходить в атаку. Давай. Это назначение атакующих. Вот сделаем так, и этого тебе в точку вернем. Сережа умный? Только там... А, белая у тебя есть. Я их нашел. Саша. Че? И, Саш, тебе по экзаменам вот эту карточку. Какую? Ну, у тебя на кладбище одна карта. Я ее беру в руку, да? Да. Зачем? Да я должен. Окей. А у тебя как бы вот с кладбищем. Паш, тут протекторы разной ширины. Пофигу. Тут нет, не пофиг. Иксайл, да. Я как бы... Клевер. Помещаю. Я мешаю. В
Все, не сошелся пасьянс. Хочешь в атаку? Убиваешь? На один ход. Две манки у тебя. Погряд. Давай я буду вот эту соберу. Только на тапу ты вот. Так, и... Передаешь ход, потому что тебе надо дефться. Потому что сейчас моя ебала побежит. Моя ебала побежит, она все равно меня разнесет, смысла нету. А ты ее убьешь? У тебя 6-6. Там 8-6. 8-6. И че, он на меня токеном побежит? И нахрена мне токен убивать? А. Так что мне надо качать мяч, что ли? Не надо! А я могу со мной договориться, и я не пойду. Паш, 31. Ты что? Хорошо, давай. Просто ты так говоришь. Все, передал. Я куда-то дел свою. У меня рука была. А, вот она, почему-то. Я так расстроился, что запалил вам ее. Так, это. Я даже не видел, кстати. Я как раз против этого хотел вот это то, что ты и видел. Не заиграй. Да? Мне не дали. Ты хорошо мне пришел? Очень хорошо. Дивоур один. Угу. Я думал, ты с вами двигаться, это муха не та. Саныч. Я! Мне еще вот такой пригодится. Ну возьми его себе и обмажься. Можешь сидеть и переписывать на листочек бумажки количество карт и их название. Масли, не стоит так делать, ты стол двигаешь. Я не двигаю стол. Перепиши. Нужно все эти карты переписать на бумажку или в Excel на документ. Сиди и забивай. Ну, кстати, Маслин может меня очень сильно. Я тут тогда, блин, до завтра очень вечера останусь да. здесь. Если чисто то, что я ужин не брал. А, порампимся. Это что значит? Берем карту. Четыре карты своей библиотеки, смотрю. Все земли кладу себе в руку, остальное накладываю. Покажи хоть землю всем. Одна земля, а все остальное. Ты вообще показываешь то, что ты... Put all, я говорю. Ну, все остальное на кладбище. The rest into your graveyard. Какие-то plant zombie и creature tree folk. Четыре. Я случайно, как давно... И когда у меня там срабатывает эта моя звезда? Звезда? Да. Как я там тащу? Если меньшее по количеству экспириенса, то на поле битвы. Если там больше, то в руку, да? At the beginning of your end step, choose target creature card in graveyard. With cards can mana cost less than equal the number of quest return to battlefield, or rather put into your hand. Я могу возвращать карты из грейва. Ура! Ну, у меня только раз сейчас. Да. 2, 3, 4, 5, 6 у меня еще есть, да? Ты можешь что-нибудь уничтожить и потом за одну ману воскресить грейва. А, у меня и так есть крича, который возвращается и так. А эвок работает только как сорцери, наверное, да? А оно что? Оно просто существо? Спорядок. Гаргуля. 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 Подумал. А как ты его с кладбища как вернул? Кого? Он не был на кладбище. Он не был на кладбище. А почему? Он не умер. А я... Он 2-2 был в блоке. Он 1-1 был. 2-2, она, антеннит. Он умер, должен был. Откуда я знаю, что он антеннит? Я говорил 2-2. Ты говорил про шрауд какой-то по себе. Ну, Маслин, рассказывай про свои эффекты. Ты сказал, я даю ему шрауд, все были не против. Да. Но он 2-2 был. И чё? Надо было всем сказать. Так, когда это было? Это было назад? Да. Да. 5 манки у меня, да? Может, ты пожертвуешь сейчас еще дебрю? Все, да, так сделаем. 6 у тебя ман. Да. Войдет вот такая ебала. Затапайся. Нет, надо сделать так. И вот так. Жертвую вот эту штучку. Она умирает. Он выходит.
да еще жетончик, с одним жетончиком. И все остальные существа будут выходить с жетончиками один. У меня еще есть две каких-то там манки, говорят, да? А что ты жетончик на кладбище положил? Сюда положил. Хочу в атаку, в маслину и, соответственно, всех остальных 8-6. Да. Маслин, убивай ее. Да, что трэмпл 8-6. Тремя встаешь, там два тебе. Нормально. Вы там со своей разбираетесь. На вас такая же ебала бежит. Да пох. На 8, окей. Я вот думаю. А ты убей. Саша ошибся. Надо было в меня идти. Почему? Потому что я ее не могу никак. Не убьешь, а он убьет. Чувак, я вам напоминаю, мне наоборот выгодно, чтобы меня убивали. Ты хочешь умереть? Если он его убьет, я верну кого-нибудь более крутого. Ты не прав. Ну, может быть. Я вообще дрочистый зубы. А почему он повернул его? А, когда ты пытался убить, я пробафал ее. А, тебе еще твой ход? Не, не, не. Пока ты там думаешь, я потуталю. Я вот думаю, блокать, не блокать. Я хочу посмотреть твой грейд. За три никого нету, я напиздел. Я ошибся. И за два. Ну, это туторчик маны. Ну, а зачем ты тут их залил? Я его 5, он мне ее поэкзален. 5. А, кстати, да, я его не вернул, потому что он поэкзален. Да. Давай тремя блок. Он умер. А тебе на 2. Вот. Тебе на 2. Да, мне на 2. Потому что они 2-2. Да. Он умер тоже. Ура. А мой... Так, у меня еще есть две манки, типа там, да, я ничего не могу сделать. Мой степ, я смогу кого-нибудь поцелить, вернуть или в руку, или не в руку. Ну, давай я верну вот такую штуку, бойтесь меня. В руку. Да, верну в руку, она я там... буду вас убивать. Передал. Она да. Жетоном вышла? Она в том... Нет, она в руку вернулась. А почему три же? Ну, три. Если я целю и меньше, то я... Думаю, 300. Нет, тут было бы очень жирно, а там была бы мификом это как минимум. Так, это мы оставим. Такой вышел 4-4. Да. Теперь мы с ними не играем. Степа завел себе мейн-куна и троллирует меня каждый день тем, что у меня аллергия. Блин, ништяк. А мне тоже предлагали мейн-куна за вообще копейки. Он бесплатно подобрал с этого, с помойки. Передам. Я считаю, что котов надо брать с помойки. Они самые благодарные будут. Мешаешься. Так можно. Вот так. Сейчас будем творить грязь. Кискин солдат, 1-1 за 1 с ником. Ну окей. Здрасте. Такая хуйня. Да, прикольно. Виджонс, темпл за 2 манки и тап. Экзамен существо. Сливой. Ну, а потом он возвращает. Я напоминаю, что у меня бесконечный ремувал на руке. Ну, просто так, напоминаю тебе, Серёж. Всем подавать. Ну, просто я тебе напоминаю, что у меня бесконечный ремувал. Всем. А, в маслину на 3. Поняла? Да. Ты не сделаешь. Ну, да. Да, надо побонусить маслину. А тут что-то он вообще... Давай. Где ваш-то? Выложи земельчику, Паш. Мне помогает. Зачем? Положил земельчику, как бы. Ясность проявляется сразу в жизни. У тебя там есть. Да, я просто помню, ты прав. Вот видишь, сейчас сразу лучше красками заиграла. И меньше выборка. И на руке легче жить. А кстати, сколько у тебя карт было на руке на тот ход? За одной. Смотри, у меня. Кис-кис, руки вверх, вниз, вниз, вниз.
Ты в руку его вернул ее, да? Да. А ты выбрал какую, в руку или в командную зону ее? В руку. Ну вот знаешь, я тоже не знаю, как мне выигрывать. Заваливать стол. Ты как бы не выявил еще свою бабу. Кто у нас очень? Сейчас выведешь бабу, будет норм. Я напоминаю, что у меня бесконечный ремувал на руке. Есть вообще такой кричалтай карга? Кадгар! Карга. Вот. Слушай, есть. Хочу себе колоду на карга. Сразу же выдашь? Я хочу качаться. Не стоит. Почему? Честь, потому что я хочется. Его тебе... Ты исходишь на меня в атаку, да, ты нанесешь 6, но я тебе отъебу. 7. Ну, он станет 7, и я его отъебу тебе. Ты лучше сходи на 6 в кого-нибудь другого в атаку с полетом. Или ставь в блок, чтобы на тебя Сережа не ходил. Например. Ну, давай тогда сделаем по-другому. Можно я сделаю? Можно. Заклинание, которое тебя подцелит, но тебе ничего не сделает. Ничего тебе не сделает. Ну давай попробую, хорошо. Вот это вот разыгрываю заклинание. Сука. Наебал. Наебал. И главное, не прыгаешь. Все создали себе по фишке дракона 5-5, кроме меня. Отлично. Отлично, Паша. Я только тебе никак не врежу. А тебя поцелил. Не вредишь, нет. Спасибо. Отлично. Да, что-нибудь еще? Еще что-нибудь? 60 рублей такое стоит. Да. Кое-как зайдите. Кстати, ее можно, в принципе, мне положить. Нет, она черная. Можно. Она является сразу и... Черно-белый, то есть. Ну, да, и он не может ее положить. Может, передадим тебе. Нет. Вот. Она является одновременно и черной, и белой, а командир у нее только белый. Саня, я передаю тебе ход. Спасибо. Я юзал карты, которые сами в Монокосте все нормально, но в этом. В Аракуте. Не, положить их можно. Есть такой же двойной значок. Не, ничего, ничего. А что это рельжа? Где? Это моя рука. В Монореде, как Артисе? А, да, можно класть черно-белый. У меня в деклисте есть черно-белая карта. Ой, покажите мне, иначе я не поверю. Как я помню. Смейдж играл призрака с экскортом за одну либо черную, либо белую. Точно помню. В моно-блэк колоде. Ну что вы на пути хейтить, да? Я могу тебе даже потом скинуть скриншот. По-моему, Саня расстроен. Что так можно? Саня, я всеми руками за тебя. За. Заиграю за Evoke. Оно вошло. Дестрою таргет Creature. Разрушу. Ну и блин, ну, и Саня, оно сразу же уходит на грейв. Маслин. Оно 4. Что это себе представляет? Vigilance Trample. Экзаменовый тагер Кричер. У тебя будет твой. Любой? Да. Манки у тебя нету. Ну, может, твой командир, когда ты играешь, экзамен. Да. Тогда я за 5 играю Rise from the Graves. И. 2, 3, 4, 5. Возвращаю эту штуку с грейва сюда. Целю вот такую штуку. Хотя надо бы похейтить маслину немножко уже бы. И сдать тебе. А почему ты ее убил тогда? А я за 2 манки за Evoke сыграл. У меня осталось 3 манки. А, он еще вошел с жетоном плюс 1, плюс 1. Да, еще один, вот за то, что вот этот у меня. Жетон плюс 1, плюс 1, он, то есть 4, 4, 3. Ну, наверное, передал, и мой энстеп, я должен что-нибудь или вернуть на батлефилде. Давай, подожду, пока ты или делаешь это. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17. А что ты считаешь? А по-моему, во сколько икс сейчас у вас земель больше вместе, я столько ищу басиков. Прикольно. Ну как я понял?
Либо это говно какое-то. Вернул вот такую карту себе в ручку. Антар. Давай. Стоп, она опять стоит. Я вернул. Ты три земли только вернешь. Андроп. Ну давай вот кое-что. Разница. Короче, смотри, дальше стоит. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. То есть у кого 8? У меня раз, два, три, четыре, пять, шесть. У него 7. Раз, два, три, семь. У него ни у кого 5. Не получится у тебя. А. О, прикольно. Пять маны. Сыграл такого с двумя мультикикерами. Можно даже мой жетончик? Теперь мы эльфы все получили плюс два, плюс два, пока он на столе. А какие жетончики, чего? Плюс один, плюс один. Кубики. 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 А. Начальник, этот пидорас раскачался. Угу. Ну, я не знаю, чем побеждать. Я маслина. На меня никто не ходил в атаку. Четыре хода. Угу. Я понаставил себе антеннок. Но Паша дал мне дракона. Я буду не дрочить. Вот давай. Этого я уже не говорил. Давай, говна. Давай. Как сейчас сыграю кушателя хопы, есть Eater of Hope. У тебя нет, у тебя это херня когда выйдет, типа каждый кто жертвует существо. Почему? По одному существу пожертвовать. Что-то, а ты будешь баунсить. Да. А ты его жертвуешь, возвращаешь. Я вот думаю, кого хейтить. Не ешь, подумай. Ну, у меня блокеры есть. Какие-то. Полет. Ну, хорошо, полетай меня в полет. Ну, как бы меня есть смысл, потому что я не заблокую. Полетай меня в полет. Еще и жетончик положишь. Да. Ну, почему бы и нет? У меня бесконечный ремувал. Прикольно. Саш, скажи, что не, тебя не будет и не будет этого. Хорошо, 6 меня. А, не 6. А сколько? Раз, два, три, четыре, на 10. За что? А, он дает плюс, плюс x, плюс x, где x, количество эльфов под вашим контролем. На 9, значит, на 10. На 10. Значит, у меня 21. Да. Очко! Надо разбирать что-нибудь. Ну, давай, давай. Все? Да. У меня есть решение данной ситуации. Я полностью поддерживаю. Но нужно больше маны. Че, в раз за 8? Угу. Ой, какую я глупость сделал, господа. Че? В маслину на 8. Хорошо. Угу, молодец. Я же могу сакрифайсить своих этих сам. Я забыл. А, ходи, Паш. Можно мне плюс 20 хиточку? Я буду равен своим хромосомам. Ха-ха, шутки. Блин, нет, это не шутка. Особо и убомах. Убомах. Блин, не получается. Твой Несен мой? Твой. Да, мой. Убери отсюда карты. Мешаешь. А вот еще две карты. Да, лежи на ковре. Чего? Две карты вообще не отсюда. Ну, отложи их, чтобы потом их разложить в нужные места. Дай меч копай еще один. И меч копай. Кстати, говорят, их нужно класть в микроволновку, они становятся более прикольными. Ну дам тебе зефирка. Да. Паша, они нас обижают. Не знаю. Кого? Саш, я к тебе не... один раз может быть сходил. Нет, я к тебе не про тебя, я понимал, правильно. Я на тебя только... Сережа, к тебе минимум претензий. Вот, вот кому-кому, к тебе минимум претензий. У тебя есть там лайн? Да, да. У меня проблемы. Заводи свою командиру. Ну, нечего здесь делать. Командир. Так что, Саша, ты на тот ход не вывел. Я думал, что все будет хорошо на этом. Не вышло. Выиграл? Да. Подумал. Окей. Я все же предлагаю вот этого лицо на обложку стрима. Ну, покажешь нам. Найди большой арт этой карты.
вас все очень хорошо, потому что у вас все в цвете, у вас все разложено. Проблем. Белого нет? Белого, да. Ну, одна есть. Ну, одна. С ангелами одна, это... Ну, такую штуку сыграем. Что делает? Когда вы кладете кричу на кладбище, я смеюсь и ржу, как конь. Кладешь жетон на него? Да. Окей. Что такое с тобой? Автор нук я позорился? Нет, мне надо повестить сюда. Что я уже говорю? Lying Weapon, я все время забываю, как оно работает. Ё-моё. Оно равно по количеству кричей на наших кладбищах? У меня одно. Ноль. Раз. На кладбище? Да. Одно, два. Два, три, четыре. Ноль. Так а уж... вот у тебя инф. Какой? Ноль. Это сорсери. Да. Значит, он четыре... Четыре, ну... А у тебя нет сейчас на кладбище? Есть. Два... 3-4. Значит, он gets X number of creatures card in all graveyard. Значит, он прикреплен к ебале 0-0. И достать ебалу 0-0? Я сам как ебала 0-0. Так что сойдет. Саша, это ебала код 0-0. Так какие у нее статы у всех? Раз, два, три, четыре. Сейчас. Раз, два, три, четыре. 5, 6, 7, он 8, 8. Угу. Это 4, 4, это 1, 1. 3, 3, а, 1, 1, да. Это human. Wizard. Это 5, 5. Угу. Нет? 4, 4. Если честно, жарко-прижарко. В сережку. Меня? Да. А, на сфер там, да, типа? Да, фир. Что это такое? Can be blocked except by artifact creatures and or black creatures. А, ну тогда нет, тогда не на тебя. Тогда на маслину все равно, на 4 на тебе, чтобы пронести. Почему? На тебя хочу пойти. Ты его да, я хочу поблокаться. Чем? Не можешь. Почему? Черными или артефактами можешь? А. Раз, два, три, четыре. Далее, поворачиваю сакрифайсную это существо, там триггер. Я получил один хиточек, мой end step, и возвращаю, кричу с грива на поле битвы. Может, получше есть? Что-то ему еще здесь жарко. Хочу уничтожить. Что? Надо подумать, антеннит кто, вот это? Да. А вот это за шрауд там что-то дали. А шрауд за что? Если ты сакрифайснишь лес, да? Да. Пока не могу это сделать. Ну, сакрифайснем. Давай сакрифайсим у него дракона, чтобы он не ходил на меня, а сам вот сюда вот поставлю этот. Сакрифайсим у дракона. Думаю. Думаю. Это видно. Сделал. Да ладно. Ну, палочка. Хорошо. Передал. А, кстати, оно вошло тоже жетон. Мы тебя поварим на дассе. Квас. А экзорты я не слышу. А экзорты не качаются. Почему? Там еще один эльф. Да? Он подрос. Ну не знаю, куда токен. Паша, у тебя лежали. Коробка с токеном. Вот у меня. Это не тот эльф, это эльф, который ману дает. Мне нужен варьер. А, вот что? Который тебе надо. Не совсем оно. А, Грэм Кречер, да, слышу. Наоборот, оно под ним. Ну да, эквипнет. Ты можешь переэквипнуть, оно умрет, ты получишь эту. Да. Пошел на Пашу. Пошел ты! А, у тебя там... Ну, 6. Давай в блок встал. Умер. Окей. Пошел ты нахер! Так, у крича на кладбище кладу жетончик. Какой крича? Это не крича. Это крича была, на кладбище пошла. Она не на кладбище. На кладбище. Ну, она не на кладбище, это она токен. Она экзалится. Нет. Она экзалится. Токен нет, оно не экзалится. Оно уходит на кладбище, но на кладбище не попадает. Но это крича. Так же работает, как с мастером марионет, как и со всеми остальными.
Тут не сказано, что это не токен. Да? На токенов тоже работает. Ну смотри, да? Там сейчас судья увидит какой-нибудь, тебя забанят вообще навсегда от магии. Хорошо. Ты уверен в этом? Я выучил. Ты ставишь свой DCI на кон за это? Я свой анус ставлю на свой DCI. Продано. Правда. Передай Сережке ход и успокойся. А, передал. В конце я подпростил до третьего и тапнул ее, получил слоника Синона. Дай слоника. Зеленый слоник! Тарам-тарам-там. А как ты... А, ну да, все верно. Она уже была давно. Одного? Да. Ну ты их достал, значит, несколько. Ключи, флаги. Да, держи. Элефант. Удалить все любое существо из закрытия. Да, просто экзайл сотри. Да, 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 алло, да, да. Удалите именно, но и даже не в экзайл. Раньше не было такого понятия, как экзайл. Это равноценный экзайлу сейчас, если читать. Ой, Сережка улыбается, сейчас он какую-нибудь грязь сделает. Я знаю этот взгляд. Сколько? Один. Удалите из игры, это просто... Ой, я с радостью могу подбросить. Блядь, нет, идите вы нахер, знаете, что я сделаю? Ну? Сделаю... Дали мне тоже соседний стаканчик. Тебя даже не... Тебя подцелим, но тебя не коснется. А-а-а, мы знаем такие техи. Чё там? А ты уверен, что ты меня хочешь? Да тебя не коснется. Ну, я целю всех. А против меня будет это? Нет. Мне это даст добро? Тебе даст. Окей. Так. Так. Watch out. Ритуал на зеленые пертмоменты. Прикольно. Руки. О, все зеленые в руки. Круто. Это тоже, конечно, ты мисплеил немножко. В руку, в ручку, в ручку. О, Серег, я с тобой дружу. А, на, тоже. Перманент. Блин, побалансил. Очень неприятно. Не берешь. Оно черное. Черное, вот это вроде. Черное. А, да. Много мерфолков. Дальше. Ну хоть что-то осталось. К Пашу. Окей. Ходи. Надо, чтобы хиточки у всех одинаковые, что все-таки кто-то взял, потом у тебя такой, на, всем поебал. Вот, да. Значит, теперь надо его... Могу, да? Да. Паша, а я, чё? Я готов тебя поддержать. У меня есть одна черная мана. Этого хватит на дисмембер по мане. Этого хватит на дисмембер, да. Да, у меня есть манка, просто. Окей. Какая злая карта, слушай, я тоже такую хочу. Она у Сережки есть. Что за карта? Которая верните все перманенты одного цвета. Wash out. Помыть нахуй? Или как это? Wash out? Как это перевести? Отмыть? Вымыть нахуй. Земля? Да. Пробуй. Блин. Блин, вот это первое, что надо поменять. Если там никаких техов на это нету. Да. Ну? Так, кого же по цели? Блин, ну Серёгу надо. Ну, мне на самом деле вот по мане вот сейчас совсем все плохо. Ну да. Я это кастую, если с колей. Нет? Whenever enter the battlefield, if you cast it from... Your hand destroy all... Нет, тогда не сработает, скорее, это нужно хардкастить. Так... Воу-воу, давай подумаем, Паш. Давай подумаем, Паша. Паша, надо, давай. Паша, давай подумаем. Паша, я не знаю, что ты делаешь, давай. Зачем давай. Враз после враза? Давай ты подумаешь, окей? Нет, давай. Нет, кроме шуток. Да я просто применяю. Да-да-да, я знаю, просто, а потом вещи пропадают. Марсуй пока, молодой. Это... Да, все, я понял. Да-да. Да-да, да-да. Алло, да-да. Алло, да-да. Давай я по-минорненькому так схожу... Нахер? Я вас понял. Я ушел. Нет, ну ладно. Пока у Сереги 31. Серега иди. Ну, на Серегу надо идти. Но, правда, у него там есть блокеры, но ничего. Да, то, что есть пусть. Блокеры, мне очень... Ну, нравится. Один блокер, ничего не станет, не будет. Ну, блин, он Калю убьет. Почему убьет? Потому что 3-2. 2-2. А вернуть не судьба? Чего вернуть не судьба? Калю, потом. Куда? Тиман до хера.
Зато и получишь демона какого-нибудь себе. Да. Здоровенного. Калей нужно ходить вот так каждый раз. Это расходный материал. Ману у тебя хватит, чтобы вернуть вещи-то. Или я пишу. У меня Серега опять, скорее всего, сходит в атаку, то что... Слушай, я ему что-нибудь поубиваю, ты не переживай. Ты, главное, на нее сходи, а я что-нибудь у него остальное поубиваю. Слушай, ну злая карта, синяя. А, ну и разыграю в этом же ходу еще раз калию. Ну да, я так тебе предлагаю. Демона выводи своего. Ты своей... Визарды мемы про гомункулов шутили еще в 2000 году. Да. На маслинку, можно сказать. Ну у него 23, зачем? Убить. Балансить надо. Меньше только у меня. Серёж, я тебе предлагаю, давай вот этих двух отпидорим, а потом сами начнем пидориться. Ой, давай, что? Хочу в атаку. Ну? Иду калий в атаку. В кого? В тебя. Нет. Ну в кого? Нет, ну назначит в кого, Паш. А, иду... Вот две манки. Чё ты мне про электричку писал, я не понял. Не знаю. Моя электричка, походу, переехала. Так мы не доехали до Домодеда, мы встали. Где? Около Домодеда. Ну, прямо до платформы, там, ну, метров 20 не доехали. Ну, бывает такое. Я встал, прямо резко так. И выпустил вас? Нет. Я сейчас, подожди, почитаю. Да, Серег, иду в тебя. Угу. Ох, какой он мерзкий. Вывожу. Паша, подожди, у него две манки не повернуты синие. И чё? Контрспелл! И ноль карт в руке. А, нет, и карты. А что он с контрспеллит? Я ничего не кастую. Cancel! Cancel? Я не кастую ничего. Он очистит стек. И ничего не попадет. Он триггеры отменит. Нет, Паша, он за три играет. Я и говорю, вывожу ангела. Все по кругу начинают выбирать войну или мир. О-о-о. Гадость. Я выбираю мир. Мир. Война. До конца хода или вообще? Вообще. Вообще по каналу. Вообще. Ну, особого смысла нет, потому что Сережка сейчас заболочит вот этим его. Ну, окей. Да, я жопу увеличу. Да, я жопу увеличу. Я тоже жопу увеличу. И что, единственное, так увеличил? Да. Ты ебанул. 9. Ну и встал в нее в бок. Не. Да. Тебе на 2. А мы командирский как-то учитываем? Нет. Или забили? Учитываем, да, но ты пока еще... А, да, это наносил, да. Ну, два... Тебе три... наносил, по-моему. Саша наносил. Саша три командирских. Мне надо. А командирские суммируются от одного игрока или... Нет, от каждого. От каждого надо. От каждого командира. Да. Блин, а кто меня походил, кто-нибудь на атаку? Нет, еще нет. Могу ходить, Паш? Нет, у него маны много. Я не того убил, видишь? А почему? А, он умер даже? Да. Ходи. А ты тоже мир выбрал? Нет. Ты войну? Он один воюединственный? Да. Я писфул. Следующий что с него есть? Я писяфу. 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 Серёжа, если бы выбрал войну, ты бы убил этого ангела. Нет. Да. Получил бы плюс 3, плюс 0 и убил бы его. Потому что он 6-6. 6-9. А. Балбец! Да. А мне 3-2. Так, я вывел обратно Мирен. Я... За что? Ну, за ману. А где она повернута? Вот, вот. Две отсюда, две отсюда. Хочу в атаку на Пашу. На 4. Ты уверен? Да. Почему? Потому что у меня есть бесконечный ремувал, Паша. Я охуевший. Ну, окей, на 4. После этого я играю. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Показать тебе, что такое ремувал? Давай. Я хочу. Ты не боишься ремувала, если у тебя нет стола? Вот такого парня сыграл. Кыш, вон отсюда. Вы кто такие? Вышел, убил вот этого парня.
покопил, положил на него жетон, +1, +1, покопил 6, у меня 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Ты хочешь поконтрить мою калию? Что, прости? Нет, я не знаю, я хочу подумать, потому что здесь... Здесь дают 3, +3, +3 каждому своим жетонам. На тебя я не пойду в атаку. У тебя уже 6 жетонов. Оно на раз делает ему. Оно по 6 просто ходит, 6-9 существо. Ну да, 6-6 оно. 6-9. 9-6. Подождите, оно 9. До конца хода дает. Навсегда. Навсегда. Пока оно в игре. У тебя существо 2-5 сейчас. 3-6. Enter each player, choose one rock piece. Игроки в конце игры... Я не понял, как оно работает. Я тоже не понял. Я понял, смотри. Так, стоп, да, я прочитаю. Наше существо бафуется. Наше. Creatures controlled by player who choose war gets +3, +0. А, то бишь у вас ключи +3, +0. Нет, я бы в того жопу увеличить. Тоже? Ну, я думал, у ангела увеличивается. А, я тоже не понял. Окей, так значит, они у меня с большей жопой. Так бы ты... Да, ну ладно. Ну, бывает. Не сказано до конца урона. А как это... когда оно умрет? Когда оно умрет, все это спадет. Не почему? Факт, здесь не сказано. Ну, тогда вар до конца игры. Все. Пизда. Нет, надо спросить, как это работает. Так и работает. Остается до конца игры. Ты играл таким? Да. До конца игры? Да. Ну да, потому... А Паша Апичу выбрал. Ты тоже должен был. Пока Квичу не разрушил. Он выбрал жопу. Пока ее сам не разрушил, это же надо... Может было такого ангела положить. Или давай. Да тебе бы денег положить туда, например, чтобы ты карты у меня выкупил. Дайте денег, пожалуйста. Нет. Это я байчу на донаты, ты что, дурак? А, Вэд, прости, пожалуйста. Паша, наебутся колодами в жопу, а потом ебутся колодами в жопу. Кому ты? Рожковый. И потом пусть она скажет. Окей, считаем, что у меня плюс жопа у них увеличена. Окей. Окей. А когда умрет, то ничего не произойдет, да? Нет, когда умрет, то спадет все это. Ивар и Пис уйдут в каприз. Че, ты все, заканчиваешь ход свой? Нет, я думаю. Думать плохо. Тебе мама не говорила? Я у тебя был ковар и пис от ангела? Да. Идет. Тогда, пока ангел не уйдет с поля, все так. Окей, конец моего хода. Возвращаю вот эту долбанину. Она выходит с жетончиком. И я... мохнатая свинья. Так можно. Я не могу ее убить, она черная. А-а-а. Да. Ну, белого. Тогда все, я с тобой дружу. А убивай, ты в войну, убивай. Да? Убить вот эту штуку. Передал. Все. Он... Маслина уже все не выпьет. У него 4 маны. Ну, сейчас он тут дэк учить. Он может наплодить кучу эльфов, которые очень-очень-очень вредные. И они у него... Блин, а хотя... Не знаю. У него две манки, он может что-то до конца лить. Рич. Передал. Дич. Окей. 7. Я не знаю, нужна ли тебе, Саш, такая щепка, но тут, короче, все щепки имеют за одну ману. Это, типа того существа становится другим до конца хода. Ну, отложи. Дополнение вдруг. Положил. Одну? Угу. Бородачи. Положил. Прикольно. Полетел. Ты получил жетончик. А 6. 16. Пошли, что делать? Могу? Да, ходи. Паша. Ну, что делать? Так.
Слин, тебе воду горячую дали? Валюш, я чувствую, что ты благоухаешь этими розами. Мы все время темные в розах. А тебе дали сервал? Меня давно отключили. Джадж, шутки про отключение воды. Паша, тебе дали воду? В конце недели должны дать. Я иду к тебе сегодня мыться. Нет. Ну такая потная катка, я из-за тебя вспотел. Я тут на расслабоне весь день сидел, чтобы мне не мешало, а тут... А тут пришел Паша. Да. На расслабоне, на самом деле он просто вообще не играл. Я снимал. Мы сегодня сколько роликов сняли? 4. Так точно. Кстати, надо поставить переписываться. Давай, хочу, наверное, в атаку. А я хочу Пикачу. На кого? И кем? Саня. А? Карты стоп на пальце. Где вот же так? Ты видно? Где же ты видно? Карты стопа. Карты стопа. Смотри. Просто такой нет. Кого? Вас в машине оно лежит. Ладно, сейчас похожу. Так, ну что ты меня отдал, да? Бородачи! А, блин, я тоже тут не выиграю. И тут, скорее всего, либо ты, Сань, выиграешь. Да еще ничего не понятно, попалось или стол? Да, кстати. Ну что? Идешь на кого-то в атаку. Окей, я понял. Давай вселим, скорее всего. О, за 4 может только дали спать. У него нету мана, да? Мана нету. Я в Серегу. Простую ангела. Выбираю цвет. Давай, наверное. Черный. А ты не сможешь его убить, если он протектор? Я не смогу поцелить, да. Давай черный. Хотя я хочу зеленый. Ну, давай. Ну вообще зеленых 3. Может быть, все-таки он зеленого стоит. Ну а ты его убьешь. Ну, блин, а может и нет. А может и да. Давай зеленый. Потому что, ну, зеленый значит, да? Много, да? Это 2 манки. Столбок. Да ну на. Так флайнг же. Виз флайнг. А? А? 2-4. Паш, мы объебались. Паша, мы объебались. Убьет твою сейчас и все. Почему? Мне на 2. У меня вар. Пис. Ты у тебя пис. Ну, они поменяли. Ну, что сошлись, мне на 2. Ему на 2, да. Да? Да. Командирский запиши себе 2. Подожди. Сколько там урон нанесло? 2. 2. У тебя осталось 2, да? Люди на самом деле злые, они у него плюс 3. Меня да. Один. Тапи. Апкипи. Паш, мы с тобой друзья. Наверное. Я могу уничтожить этот. Это самый твой чан, да, который тебя хейтит. Чем он его хейтит? Сколько крючей на кладбоне? Да, кстати, Саша, забываешь. Сейчас посмотрим. Не, ну я по-моему не хожу в атаку. У меня 2. Надо было черный мне выбирать. 2, 3. 4. Паш, сколько крючей на кладбоне? Такой демон. 1. 5 грамм. 3, 4, 5, 6, герм. 7. Дьманюга. Паш, мы дружим? Угу. Разрушить тебе это заклинание? Или сначала сходить на тебя вот так? А? Как ты думаешь? Неплохо, короче. Да, сходи. Чего? Не, я пойду на Сережку скажу в атаку. Сережка, хочу на тебя в атаку пойти. Ага. Вот 4, этим? Да? Нет, вот этим
и вот этим. И Грэм у меня, соответственно, раз, два, что там, три? Ноль. Где ноль? Три, четыре, да? Я два, пять. И ты Грэмом хочешь пойти в атаку? Да. Он 5-5. Нет, он 5-8. 5-8. 5-9. И Грэмом в тебя. А в него или в меня? Грэмом в него, а вот этим в тебя. Грэмом в меня? Да. С дистачем. 2-1. С дистачем? Шикарно. Твое... Без проблем. 7-2. Я получил 7. Оно разлетелось. Эта штука осталась. Написал себе, да? Подумал дальше, что сделать. 7. Так, жетончик мы положили, да? Давай-ка я... Ты сделал protection from что? Зеленый. Зеленый. Я мне ничего сделать не могу. Я получу один хиточек. Сакрифайс на вот эту ебалу, положу на грейв. Положил сюда? Да. 8. Вот. Начинается мой ход. Начинается мой инстеп. Я думаю... Ну что, попугать вас, что ли? Может, ты будешь туда ходить вот так? Надо. Ну, я не знаю, надо тебе или не надо. Надо его заперкивать. Направление хода против часовой стрелки. Да, против часовой стрелки. Alabama Man пишет. О, привет, Тимош пришел. Тимош, мы привет. Тестируем ванильную... Блин, нет, короче, я буду играть агрессивно. Вернул вот эту штуку, подестроил тебе вот эту штуку. Окей. Okay. Вроде я сходил, все сделал, передал. Yeah. Земельку дали? Нет. А-а-а. Когда там штаут, непонятно зачем. То есть у вас там Фрейлис сидит с... 4. С тремя земельками, вообще шикарно. Ливай. Ой, киски! Киски. О-о-о. Положи в токены, чтобы не потерял. Ты хрен найдешь такого. Угу. Передал. 7 карт на руке. Я в тебя не ходил, да? Что на меня положил? Ну, я тебя на следующий ход разрушу твою херню, не переживай. Хожу и разрушу. Могу не сходить. Предложи мне что-нибудь. Ты можешь мне заставить повторить? А то у меня как бы все нормально, но как-то это... грустненько. Сигнет! Ура! Сколько земелек считаешь или что? Ну, тут объективно, сам ты сейчас жив. Киски. У-у-у. Что там делать? Я могу его регенерировать или пожертвовать за 3 манки и 2 существа, уничтожить существо. А за сколько маны надо регенерировать? За одно? За регенерировать могу, одна есть. А уничтожает за 3. Да-да. Наруто. Сацке. Сацке. Как у вас ФНМ, Тимош, или ты не ходил? Сережка там затащил наш модерн или нет? А что, Серега туда поехал? Да, я ему дал этот Affinity свою. Он сразу начал пиздеть, что она мне плохо собрана, начал карты менять. В этом весь Сережа, на самом деле. В Маснину на 6. Да что ты делаешь? А в кого? В него? Стой в блоке. Ну, а как это по-другому? Мы не выживем против него. Но у меня есть планы. Ну окей, делай что хочешь. Ну если мне придет ману, то мне надо, самое главное, сейчас по мане разогнаться. Ну все, назначил на маслину. Нет, она не затапана. А, ну ладно. Так можно. Ходи. Это больше, чем каплями облетать. Масена сейчас еще нам ничего не положит. А это мои котики или его? Майк. А, это Пашина, да. Мои котики у тебя.
У меня такая же карточка. Даже она с 20-го Саня, когда пересечёлся. Вообще-то, ты засранец большой. Давно надо было пересечься. Кто? Да и карт взял. Или, может, мне для начала просто денег перевести за карты, а потом уже пересечемся. Уже неделю. Меня уже люди бьют по башке. Ругаюсь на тебя на стриме. Ай-яй-яй. Кто это хоть объяснит? Товарищ мой. Можно ударить Сашу по голове? Который решил собрать себе колоду в модерн, я ему ее собрал. А он тупит, не может со мной никак встретиться. Даже мы ли в среду встретиться? Ругаюсь на тебя. Ты хуже школьников, которые у нас тут трейдятся? Вообще, я рад тебя видеть. Сокровище на еду. Да. Собрал бы тоже себе что-нибудь в командер и играл бы с нами. Здравствуй, Паша. Не ходи на меня в атаку. Бит будешь. Паш, я тебя умоляю, ходи на меня в атаку. Я хочу уже сдохнуть. Я тоже домой уже хочу пойти. Нет, я домой не хочу. Я домой хочу. Давай, наверное... Нужно... Ты можешь чем-нибудь помочь? Гов понедельник, раз на выходных никак. Я не знаю. Ты можешь мне для начала денег перевести, а потом уже посмотрим, когда пересечься. Я тебя вообще в среду ждал. Два демеджа с существом без полета. А? Два демеджа с существом без полета. Наруто! За что? Саски! В принципе, хороший вариант. Ага, одно существо убить. Да, одно. Я могу подмастить, короче. Но это существо разрушит вот эту штучку, если ты сейчас не будешь его убивать, если я сам ее разрушу. Да хрен бы с ней. Лайк, подписку нам ставь везде и репости нас. Мы топовый канал на Ютубе и на Твиче по Мэджику. В скобочках нет. Вот так пусть будет, кажется. У тебя есть эта штука? Какая? Вот эта вот штука. Паша, оно всё, тебе короче, нужно. Мы подмастим тебе и... Ну, у меня есть. Оно должно разрушить чё? Твою чару. Мне пёрту мою втать? Нет, не сейчас. Я тебе скажу, когда. Чё по руке? Давай, Сань, что? Я хочу нет. В атаку. Ох. Нет, просто чё у тебя в руке? Не показывай, тебя обманет. Калий. Никого. Окей. А, подожди, стой, нет. Хочу ну, атаку, у него блокер G4, который он может регенерировать. Тихо. Калия назначена в атаку, да? Нет еще. Нет. Ну ты хочешь в атаку, окей, разрешаем. Он думает, подожди. А, видишь? Ой, слушай, плохие протекторы, видишь, у них просвечиваются карты сзади. А как, они все одинаковые сзади? А, все равно, если они покоцаны и там видно, могут быть ариены. Ты видишь? Так, это при освещении хорошее. Я разыграю за это, за ну, это. Ну, Дим, просто дело в том, что я эти карты частично не свои брал, и как бы если ты меня на карточку переведешь, будет вообще шикарно, потому что ты меня немножко сейчас подставляешь. Прям вот не критично, но подставляешь. За одну ману. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ты же напрягал людей, чтобы они перерывали все свои запасы. Да, я, Сань, иду в атаку на тебя. Да. Иду еще демоном в атаку. 6-6, да? 6-6. Окей. Он вышел на поле битвы там. Там я сам спаки. Блокнул демона. Нет. Там написано, когда входит на. Когда регенерировал. Он выходит на поле битвы. Сакрифайснул. If you cast from. А, да, ты вот этот ебалу сакрифайснул. А, окей. Получил там 9 каунтеров. Встал в блок. В демона. Окей. Меня на 2. Да? 4 командирских. Итого 21. Да. Могу ходить? Да, можешь. Да. Мимикрируй в кота. Хорошо, мы сейчас все сделаем. Ну, может быть, не меня? Тебя. А другого? Нет, Саш. Два, три... А вот такая леталка, 3-3, когда у вас будут умирать, кричи, я буду говорить им... Да. Нет. Заплати. Заплатил. Еще раз. За еще раз заплатить? Это кредит, еще раз. Это ипотека. Думаю, еще раз. Это ипотека, ты еще должен. Ипотека 20%, нет, 100%. Хочу в атаку. Назначай. Назначай. Иду в атаку, что там у тебя, сколько, там 16? Полетник 1, да? В атаку пойдет на тебя вот... Такая штука, на нее положится жетончик. А вот такая штука, на нее положится. Ты тапай? Ну, я типа тапаю, да. Да, жетона. Да. Так, этот стоит. Это стоит на тебя, Паш.
Ну... Пять? Я так полагаю, в самое то время. Давай. У вас какие-то пидорские договоренности. Бау! Большой артефакт! А? Пидоротик. И что? За две манки. Each attacking creatures without flying. Окей, и чё? Ну? Ты должен его сакрифайснуть. Манки-то заплатил нормально, там да, за сам артефакт его засакрифайс. Да, окей. Два урона, и чё? Атакующим существам. Да, окей. У них два жопы у них жопа больше. Два. А только атакующим ты можешь? Да. Может, кстати, это а это что, они с полетом? А вот этот вот. А он не идет а в атаку. Не могу. Паш, не можешь? Паш. Я думал, ты без полета всем дашь. Я тоже так думал. Блин, ну ты и Вася. Ты можешь сюда встать и убить его, так как у тебя Protect from Green, он твой не умрет. Логично. Ну. Логично. Я думал, то он без. Тогда все обламывается. Ну, Паша, давай. Я встаю одному в блок вот этому. Встал в блок? Ну, да. Встаешь в блок или нет? Да, встал в блок. Окей. Вернее, до того, как ты хочешь встать в блок. Как ты можешь? Сейчас фаза блока. От зеленого, да? Да. Да. Ну вы там что-то кастовали, у меня никак не было приоритета. Ты будешь кастовать до блока? А, да, я буду кастовать до блока. Давай, кастуй. Тогда я не знаю, что еще будет. Сейчас будешь до блока кастовать. Тихо, тихо, тихо. Подумал. Думай, думай, думать вредно. Да, в тебя на 5. Это умерла. Почему на 5? На 5. На 5. Да, меня на 5. Ты в 11. Повернул. Нет, подумал. Что там у меня может вернуться-то хорошего такого? Ну, мой энстеп, что-то... Подожди. Да, нет, нет, не мой энстеп. Я хочу вообще этот Living Weapons вот сюда вот еще закрепить за 2. Окей. 2 заплатил, да. Эквипнул. Все, хочу энстеп. Подожди. Хочешь энстеп? Ты 3 заплатил, чтобы вот это вывести? Или кого? 5 я заплатил, чтобы вывести. А где тогда 5? Достаточно 2. А, 2, 5, да. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Это уже вывести 6 будет стоить, да? Да. Здравствуйте. Привет, Паш. Привет. Говорят. Я короче, смотри, что я могу сделать. Паш, смотри по мане. Я у могу затапать всю его ману. Ну, у тебя вообще нет там ману. А, 3. Один за. Что ты хочешь сделать, Паша? Я могу затапать всю его ману. Что-нибудь можешь сделать? Ты ничего вообще не можешь сделать. Ты что-нибудь можешь сделать? Бесполезно забей. Да, ты... А Саша хотел что-то обратить? Нет, вон, блин, мы можем, мы сняли сегодня, мы тебе возвращаем. Да, спасибо. Короче, да, вот он. Демон, он зарегенил, блин. А вот эту черно-белую карточку отложи. Кстати, демона ты зарегенил? Нет еще. Нет, когда... Ты хочешь что-то играть или что, Паша? Да, давай, да, давай, играй. Я играю единственный. Destroy Target Creature Orange Chant. Хорошо, поцели что-нибудь. Нужно его целить, да. Этого командира. Целю командира. Это очень печально. Подожди, ты поцелен. Поцелен. Респонс. Она очень хорошо. В респонс жертвую вот это, кричу вот эту, кричу, как плачу 3 манки. Угу. А с как снять? Нормально, в принципе. Раз, два. Положил, да, перфект, это перфект тебе в подарок. Ну, блин, не ахти какое. И хочу за дистак. Это... Там есть один эквип. Угу. Да. Только можно тебя спросить, да, почему ты не разыграл командира? Да. В смысле не разыграл? У тебя 6 маны было, ты мог просто взять его и разыграть еще раз. Нет, у меня было 5 маны, эта манка дает одну. Ну.
Раз, два, три. Раз, два, три. Четыре, пять, шесть. Слушай, нет, вы мне 10 раз повернули уже манку. Нет, все у тебя нормально, у тебя было 6 ман, чтобы разыграть ману. Все, ладно, разыграл и разыграл. Стоп. Ты за 3 маны уже сакрифайсил, 2 существа. Получил 2. Хочу задестроить... Даже не знаю, кого. Задестроил вот эту ебалу. Вот этот подрос. Кстати, он был с двумя каунтерами, он стал с двумя от того. Передал. Масса не выходил. Че, мана придет? Сереж, ты только болт вскрыл, че еще? Ну еще какого-то говна. А. Паш, вскрыл густерочек. Я хочу. Какой-то свеженький. Какой? Ну, Хауров Девастейшн. Че, я тебе 500 я тебе отдал? 200 я тебе должен? За что? Ну, а, да, не должен я тебе нисколько. Этот еще не пришел, да. Тогда не откроешь. Передал. Дашь один ММ, я тебе потом отдам. Хотя, сейчас, подожди. А у тебя есть эльф, который, вот он там есть в колоде, но он с другим артом. Он за ману дает X, где X это... плюс X, где X это... Да, только с другим артом. Где X это количество эльфов на поле битвы. Ну, смотрите, с какой он редакции. ЕМА. Может быть, вот он сейчас. Из ЕМА. Из ЕМА? Да. Есть, конечно. Вот, я поменяю тебе. Когда приду с колоды. Потому что я просто хочу. Там ты арт. Ты откуда это... такой красивый? Mm-hmm. Вот пришел, Ксюху сейчас жду. Как тебя пропустили-то? А из колоды я 203. Ходи. Там мужчина сидит. Мужчина? В конце твоего хода заплатил 2 манки в пул, одну сюда потратил, осталось 3 манки, да. Засайклил это. Да. Все, мой ход. Вы все передали, что ли, да? Я вот эту парню забил. Саш, мы ходим быстрее. Нет. Ну, да. Да и Паш тут думал над респонсами какими-то. Да, Паша думал дальше. Ты стрим чекал? Выходит так. Пришел, где он думал. Я сдулся. В смысле проиграл, что ли? С подливой? Ты лучше смс-ки пиши или звони, Паш. Я понял тебя. Мне нечего. Все, могу ходить? Да, ну. Пощади, да. И так умираю. А, с двумя каунтами. Ну, научим. Кстати, уже 2 часа сидим. Это вы первую партию играете? Да. Маслина, почему ты их еще не разнес? Потому что он сидел все это время с 4 земельками. А, во флип. Крича, когда она вышла, поискал лес. Он тут Battlefield даже не повел. Понимаешь, сейчас, Паш, я уже, в принципе, более-менее раскачался, у меня была борда, но потом кто-то человек... Побамсил стол тебе. Да. Выбрал зеленый цвет. Да-да-да, это было очень круто. Да. Раз, это было очень подлосило, что есть там. И Саша тоже зеленый. Но это, да, но это было хорошо. У меня как бы есть с тебя тоже немножко так, я Пашу только не попал. 4, 5, 6, 2, деревья. А у Паши нет зеленого. Хорошо, Паша. Это ты ее в стоп пересобрал, да, Паша? А? Ты ее в стоп пересобрал. Я не собирал. А, еще не собирал. Два. Раз, два, три, четыре. Вывел мою женщину. Угу. Сейчас сколько у тебя там? Парке, когда я пришел к этим защитникам животных, и там у кого-то родилась от страха ребенок. Он такой, убейте меня! Один в один. Ты ногу мешаешь. Сейчас тебе воткнуть туда что-нибудь. Защита от зеленого, да? Да. From green. Тогда вот это на тебя, Паша, идет, а вот это вот идет на маслину. Но нужно будет почекать, сколько оно сейчас, потому что она 5 и сколько-то по ключам на помощи. У меня 2. Раз, два, три, четыре, пять. У меня 2. 6, 7. Сколько у тебя там? 2, по-моему. 3, по-моему. 1, 2, 3, да. 8, 9, 10. 10 плюс 5 на 15, да. Ты умеешь? И тебя на 6. Я в 8. Выхожу в конец моего хода. Это у нас будет стычка Дереви против Мэри. Вышел такой парень, должен кого-нибудь уничтожить.
уничтожу вот эту штуку, не нравится. Почему не хочешь уничтожить? Потому что у меня защита от зеленого. Могу? Давай. Он не может уничтожить Кали, потому что он человек черный. Она а Кали тем более еще черный, да. Ну что, Бардову надо делать. Саш. О, привет, Деника. Даника. Данил. Привет. Данил. Да мы уже практически заканчиваем. А когда ты будешь эти продавать наборчики? Таким маленьким. Прям сейчас могу. Ну потом отдам. Такие наборчики. Прошу. Релизные. Можно без 103-3? А, да. Блин, я думал, мы поиграем на нем. Ну, можно поиграть на нем. На чем? Ну, я просто себе. Можешь взять их 10 штук, потом еще привезу. Ничего. Я бы хотел даже раскрыть, чтобы показать. Давайте доиграем и... Токен, да, можно? 3-3? Да, 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 пожалуйста. Кто? Бист. А что не делаешь? Гру. Мне на 16 шло, у меня одна клеща на клубмане. Да, да, да. Не 4-4, 3-3. Ну пусть будет 3-3, да. Давай. Передал. На чем было? В конце апнул дважды. Ну, посмотрим. Дайте. Меховой зверь. И сделал зеленого слоника. Угу. Я знаю, фильм такой. Классный фильм, да? Братишка, я тебе покушать принес. Че-че? Ну вон какие-то вон там лежат внизу. Да, он огромный. Ну, положи под сердце. Под сердце 23, от сердца 23, от печени. Один от мозга. Ну что, Паш, отхилишь 5 или отъезжаешь на сундучку? Паш, хочешь это поиграть еще? Ну, попробуем, наверное, интересно. Женский. Интересно? 3000 рублей. Точно интересно? Да. Саша ничего дороже не знает, да? Но объективно тут Саша сейчас, у него он каждый раз будет... А что в атаку, Саша? Окей, двумя. Идешь на меня в атаку. Паш, двумя. Хочешь сколько сам? 1-1? 3-3. Он 1-1? Да. Ну, в 1-1 стал Мерином, и 3-3 стал вот сюда. Угу. Что? Ну, уехали. Просто уехали, стоп. Респонс. Потратил... Вот эти самые вещи пожертвовал двух существ. Да. Вот это умерло, это умерло. Слоник остался. Кого бы мне уничтожить? Могу кого угодно уничтожить. Что? Вот это что дает? Кикер? Ну, плюс 2 всех? На эльфов, да. Только на эльфов. Он там будет ходить в атаку и будет какая-то дичь. У меня захвата нету. Хочу уничтожить эту штуку. Окей. Саш, есть маленький куда? Монумент Эльдразе? Ну, на Грейв или в этот самый? Этот самый. Откуда он? Я не помню. На 4 дыра. А, то ли из старого, то ли из нового зенита. На 4. Да, на 4. И что, я земельку? Да. Не плачу, жертвую ее. Да. Да, ребят, кто нас смотрит? Монумент Эльдразе. Белый, белый. 4 любых. Я могу сейчас... Застой. Все. Но, по-моему, из старого. Я еще 2 духа получаю. Сакрифайснул свою женщину, он, ну, регенерировал его. Нельзя. Дестрой сказано. Дестрой all creatures. А, Кингберг, да, да. Что ты там сделал? А? Да. Все, он уничтожил сначала свою женщину. Да, он респонс. Уничтожил. Уничтожил? Да. Все, и потом... Эти не получил. Нет, эти не получил. Ну, потому что ты ее уничтожил сам. Да, ты ее уничтожил. Да, такое было. Так, я 2 духов получил. Да. Так, а все крича он уничтожил? Она стала дороже на 2, то бишь. Молодец. Тебе такой нужен? Да. Да, кстати. Давай, ходи, Паш. Ходи, да. Старый зник карман пишет. Паш, рассказал это, хочешь поиграть? Да. Замечательно. У тебя ровно 7 карт, петух. Да, я специально как бы пошел в атаку, чтоб Саша поблокал. Ну давай сделаю вот так вот, земельку разыграю, за 3 манки, за 4 манки разыграю... Саша, завтра. А, нет, еще 2 надо платить. А, серьезно. Калию разыграл, за 2 манки я разыграл вот это и вот эти две. Разыграл ботиночки за 2 манки, эквипнул, заэквипил ботиночки.
Так, осталось... Могу? Данил, да? Пишет старый земляк. А что, так не пошел? Да-да-да, я вот прочитал. А вышло? Она хосту дает ботинки. Нет. Да. А, да. Нет. Саня, так, да. Не случилось. Я просто... Ну, это... Одни ботинки дают хосту, ну, и шрау, другие хосту и кекстру. У меня хоста и кекстру. Мне нужно идти и идти. Паша, твоя цена. Так, потише. Вот две выбирай. Есть два стола, да? Две бутылки. Забирай скорее. Смотри. Два. Паша, это сейчас работает? У тебя же мин много? А сколько у тебя мин? Саш. 3, 4, 5, 6, 7. Кого? 3, 4, 5, 6. Ну да, ну что сейчас хочешь? Потом 7, откроем 8, на камеру. 9, 10. Паша, да, ты ебаный наркоман. Я запрещаю тебе. Получи сначала зарплату. Прекрати. 8, тогда давай деньги. Да, сработал. Ну, Паша, успокойся. Ну что, просто так. Давайте уж сядем, хотя бы возьмем, поиграем в них. Хотя бы покажем на видео, что из себя представляют эти наборы. Два басика. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Какие два басика? Про что? Вот это по. Знаешь, почему у нас стрим будет плохой, Саша? Mm. Потому что мы очень много времени отвлекаемся на совершенно другую долбанину. Да, вот надо как бы закрываться и никого не пускать. Да, да. Сначала я сыграл Мерина, вот заплатил за него. После этого сыграл вот такую карточку. Раз, два, три, четыре. Кладем 4 карты своей библиотеки на кладбище. Да, смотрим, что это были кричи. Да, что по шахте вообще. У-ху! Ты, у меня к 3 кричи. 2 кричи. А что должно случиться? Miss Way и Ukraine 2-2 Black Zombie Creature Pack. У тебя 1, у меня 4, 5, 6. Как тут 4? Ну вот, 3. Ни одной. Ни одной? Окей, у тебя 1, 2, 3, 4, 5, 6. Итого 6. Паша, ты тоже купил себе 20, набор 20? Ладно, все купил синенький. Твинти, что-то не так, да, Саша? Да. Вот Саша сейчас обиделся. А, я не помню, когда я тебя привозил 20-ку. Да, я же тебе привозил 20-ку. Да. Я Паше привозил 20-ку. Да ладно. 6 зомбей тапнутыми. Конец моего хода. Надо что-нибудь из кладбища вернуть. Легендарный зомби-эльф. Get for info, сейчас скрывайся на creature, discard creature, card put. Кого вывесит ее мое? Ну, сейчас. Саша, давай быстрее. Мэнди. Ты еще Мэнди. Ты у меня так минорник, я так устал, я хочу скрыть на кофте. Так, ты там с полетом будешь, он без шрауда, просто и creature. Шрауд. Шрауд, но unblockable нету, да? Нету. 2-2. Блять, говно. Хуй пизда моча. Это у тебя кто? 1-1 духи. Духи. Но вышла вот такая долбанина, которая будет ходить на вас и все такое. Передал! Давайте объективно разбирать эту долбанину. О! Кто хочет кричу? Паш, хочешь кричу? Почему бы нет? О. Поцелил тебя, у тебя появляется 4 эльфа. Почему 4? Потому что я Сначала ты за 3 фолка. Да. У тебя появляется 4-4, у меня 4-4 появляется. 3 фолка. 3 фолка. Круче было, когда появлялось... Поставьте любой токен. 14, да, токенов эльфов и 14 долбанина. Да, я, кстати, командор. Ладно, у вас будет элемент. Не важно. На кого? На Клензу. Зачем? Ну, чтобы он... Это 4 эльфа у меня? Да. А что себя не поцелил? Я себя поцелил. Ну, и ты, и я. Кого я поцелил, и еще я. Плюс. You and that player. Да. You? Ну, ты мог дать... Могу? Давай, передавай. Сережа, например. Все, мастер? Да. У него есть духи, зачем ему эльфы? Духи зачем эльфы? Прикольненько. Так, ну пока там ходишь, я должен... А у тебя же... Ой, а у него понятно не скажу. Бока. Странно делать ничего. Три маны вот этого? Что делать?
Раз, два. Кстати, копии какого-то. Три, четыре, пять, шесть. Я могу Сашу на 12 убить. На 12? Да. Ну, либо вас убить. А, ты и так нас убиваешь. А, нет, лол, да. Их... Можешь убить меня, у него токены все равно останутся. Я буду только... Я думаю, объективно Сашу надо. Да, надо Сашу убить и потом между собой пидориться. Да. Точно так же Сережа говорил. Ну? Что нужно всех остальных поубить. У них просто жопы в огне. На 14. Потому что я тапаю это. Ну, сейчас он придет. Объективно я могу 14. 7 хиточков ставить. Запали. 7? Да. Он затапал, Паш. Ну что вы, обидели меня уже? Тебе пиздец. Почему? Я хочу в атаку, Саш. Ну почему? Смотри. Блин. Назначил двух духов. Да ты гонишь. Тебя. Ты не мог сказать, что я мог вот это сыграть? Хорошо, назначил двух духов. Что дальше? Чем это мне грозит? А, в принципе. 14 хиточков минус. Почему 14? Потому что, смотри, я сейчас сыграл вот это. Да. Until end of turn. Что платил одну. Да. За одну сигнет. Две манки в куле. Да. 3, 4, 5, 6, 7. Бафнул его. До конца хода все мои существа 7-7. Окей, что, я помер? Ну, тебе на 14. А у меня сколько? 21. Ну, ты 7. А он не может блокировать духов? У него нет полета. Они с полетом. Они с полетом. Окей, я в 7. Паш, в принципе, ты его на следующий ход убиваешь, кстати. Могу? Или ты можешь со мной подружиться, чтобы нам убить их, например. Потому что у Сережи 20 жизней, Паш. Для этого мне нужен монумент для драться. Понимаешь, я им сказал, как бы, либо я убиваю вас, либо Сашу. А, ну да, такое было. Я их обоих убивал бы. А погоди, а Калин? Надо балансить. У него 20 хипов, у нас всех по 7. У нас меньше, чтобы разобраться. Паша, будь умным. Паш, Саша прав в данном случае. Паш, иди отсюда. Нет. Останется Саша, мы проиграем с тобой. Нет? Да. Маленькая жопа. А у меня стола нет. У меня вот, я их уже не плачу. У Старикова есть хитрый план. Он на всех файбает. Старик за тапом. Если расскажу по секрету. Да, Сереж? Зек, видишь, нет, оно. Нечестно. Понял, нечестно. Нечестно. Чё? Хуй вас, а? Что? Ну, блин, Сань, извини. Давай работать по-честному. Давай работать на перспективу. Не ведись на сиюминутную какую-то выгоду, Паша. Побеждает тот, кто больше убьёт. Подумай, ты же айтишник, ты должен закладывать риски. Он подлый, зелёный. Он еще своего вот этого вот не выводит. Он подлая птица. Сейчас будешь их тапать, антапнуть. Кого? Да что, не раз командир не выявил? Нет. Ебанутый. Чё? Ну, объективно пиздец. Ты убьешь. Ну, потому что командир это Манадорф. Хорош. Я даю себе маны, человек, персонаж. Да, а, смотри, я хочу сыграть на следующий ход Фреллис. У меня выбор, либо я играю Фреллис, либо теряю очень мощное существо. Фреллис? Ну да, сейчас мы потеряю существо 10-10. Да, ты говоришь, что у меня хороших артефактов или чё? Артефактов как бы не было, только Солринг. Солринг, вот тебе ботиночки. Сань, тебе придется пострадать, но придется выйти из этого положения самого. Ну, давай так, чтобы я, конечно, пострадал, но... Оставь его в одну хиточку. У меня есть две хрычи. А, нет, она меня тогда убьет в следующем ходу Серега. Печаль. Оставь что-нибудь на блок. Все, пизду домой. Ну, блин, я не знаю, если меня убьет Серега, в принципе... Я могу попробовать что-то... Знаешь, как тебе будет обидно, если тебя убьет Маслина? Чё, тебе не классно? Ты должен напидорить Серегу тогда. Ну, окей, я буду стараться как киска. Ну, это не точно. Паша, у тебя нет платинового ангела, что ли, в колоде в этой? Нет. Вот это этот, стоп. Не меняем. Еще ничего не менялось. Да. Я думаю, там он заложен сразу. Если ты напидоришь Серегу... Чё по времени? 9:20. Ну, сейчас все решится. Все так через 40 минут. Не, ладно. Беги на Серегу. Сань, на себя? Окей, на 2. Выходит ангел. И что он делает? На 6 на тебя. Ну, я помер. На 6 и 7. Ты мог бы всем пойти и убить его точно.
Но Паша умный, и он этого не делает. Паша клевер. И на меня не ходи в атаку, потому что я тебя убью. Только... И передавку. Он держит мои яйца в узде. Я не могу ничего делать. Антап. Апчики. Фу, маслина. Паш, Саш, ты понимаешь, что яйца у всех в узде? Если у тебя есть какой-нибудь мощный баф, тупо бафы и иди на смерть. А вот Цезарь идущий на смерть. У него 20 там типа, да? Да. Он затапан. У него есть один Mirror Entity, который ничего не сделает. После этого командира что не будет? Да нет, конечно. Но если нет, то меня... Уничтожь его, вот эту вот штуку. Да. Я посижу. Да всех я вас посажу. Правда, Паше места не хватит. Паш, тебе придется Ксюху ждать. Хочу... Нет, подожди, я думаю. Мне нужно кем-нибудь тебе пойти в атаку, чтобы покачать своих чуваков. Нет. Почему? Потому. Почему? Потому что. Ну, блядь, тогда мне придется вот этой штукой идти в атаку. Это и можно. Окей. Я назначаю вот этой штукой в... Его. В... Его. Да. Во вас, во всех идет ее копия. Да, я сдаю одну... А, Страмбуа! Вот, Паша, ошибка. Давай, ты просто минорненький, да? Да. Ну, типа, три эльфа сдал. Подожди, вставай. Давай двух эльфов сдадим. Так. В одном хиточке останешься? Да. Я вот этих всех сдам, чтобы... Подожди, стой. Четыре тогда. Раз, два... Это чтобы убить? Тебе его не хватит. Тебе его не надо убивать. Я... Сколько ты хиточек хочешь? Я готов пропустить один хиточек. Так, раз, два, три, четыре. Да. Бля, ребят, я могу сделать так, что мы сейчас... У тебя 20, да? Ну ладно, не могу. Так, идет вот эта штука сюда, в тебя копия, Она 8-6. Она сейчас... Посмотрите, сколько кричей на кладбище у нас. Раз, два, три... 4, 5, 6, 7, 8, раз, 9, 2, 3, 4, 5, 10, 5 кричей. 18, 5. Это у тебя? Это не кричает, это сорсери. У тебя? 5 у Паши, у меня 3. У меня 8, тоже 5. 10, 8, 13. Паш, надо было убивать Сашу сейчас, что он выиграл. Нет, 5. Ты выиграл. Это в кого идет? В меня. У тебя там чего? 5. У тебя один блокер остался? Да. А, точно. Это в сережку. Шмых. 13. Это просто 4-4 или да. Фолк? Вот. Там без трамплы, без всего? Без, ну, будет без трамплы. Но сдал, тяните. Угу. И этими я... Кто заслужил? После того, как Сережа бьет их. Сколько он в одном хиточке, да? И вот двумя я еще в сережку на 4. 12 и еще... Да, 8. Угу. Ты меня типа убил или просто встал в блок? Просто встал в блок. Ну, пропиши себя на поменьше. Я типа в одном. Очень крутая игра ваша эта. Ну, объектив тебе сможешь убить Серегу. Давай. Ну, топ-кей. Или Сашу. А в принципе ты можешь даже, кстати, выиграть. У меня есть 4 блокера. Маслина, ты можешь выиграть? Могу. Нет, не можешь, Маслина. Я умру, но и ты тоже умрешь. Я тебе говорю. Ты можешь выигрывать, но не за мой счет. Я тебе отвечаю, я тебе не вру. Ты у нас в восьми, да? Угу. А, стоп, произошла какая-то ебала-то. Пардон. Вернул? А, нет, ты, Саша, не можешь. Блин, мне не хватает чуть-чуть урона, и я не забираю Сережу. Нет, ты можешь забрать Сережу запросто. Демон вернулся. Один так даже... Ну, один так же живой. Считай, пожалуйста, да. 7. И от каждого по этому по 4. Ну. И один живой остается. У него нет блокеров. У кого? У Сережи. Ну. Ну. У него 8. Иди в Сережу. Ну. Ну. Да, иди в Сережу. У тебя дамага хватит. Паш, уйди отсюда, пожалуйста. Я хотел попробовать всех убить. А, ты всех.
Да. Как бы я даже понял, что он все хочет, что ему этот дамаг не хватает. Плюс 3, плюс 3 и трампу. Окей. В тебя и Саша в одном, ну, и в тебя. Ты что делаешь? А еще говорили. С трамплой? Трамплой. 7-7 с трамплой, 4-4 с трамплой. В тебя ничего не идет. В меня ничего не идет. Пошли. А в Пашу сколько? Я пошел. Пашу 7 идет. Подожди, стой, Серег. Че? Подожди, что ты разбираешь? У Паши хитрый тех есть. Блин. Но. Подожди, положи все на место, блин. Я могу, если вы меня попросите, я могу и кого-нибудь из них поубивать. Я могу своих зомби сакрифайсить, и все будет нормально. Подожди. Ну, я могу двух кричей убить. Двух кричей, ну ты... Паша, можешь убить его? Да! Давай. Ребят, я могу убить его, но кто из вас меня может отхилять на два? На один! Кто из вас может отхилять меня никто, на один? Никто, у них нет. Попробуйте меня отхилять я на один. Я никак не могу тебя отхилять. Что такое отхил, блин? Кто тут хил? Кто тут приз? Я. У меня. Блин, вообще ты сейчас все испортишь, Саня, если это и сделаю. Что? На меня идет что, 1-4? 7-7. 7-7. На меня 7-7. Да, с тобой. Паш, или ты... У тебя нет выбора, Паш. Если ты хочешь... Паша, не надо! Ну а что делать? А я никак не разблокирую, я не разблокирую столько. Да, ему нечего. Сань, ну мне нечего делать. Даже не 7-7. У меня тоже есть один инстант. Паш, оно 8-8. Почему 8-8? Да какая разница, 8-8, 8-8. Ну? Ну, блин, ну придется чего играть. Там? Шот в лицо. Шот в лицо. Хорошо. Шот. Я разыгрываю инстант. А, перед тем, как умереть, я в стек кладу вот такую штуку. Два damage to each creature with flying and each player. Сразу всем под, на две. Нет. Подожди. А ты что сделал, Паш? А я тоже по две. У которого есть полет. Главное, что она по этим, по людям бьет. А у Маслины нет полета? Да. Мне ничего нет. Понял. Блин, тупые, а. Какая разница, я тебе на 2 дамага. And each player. Я тебе тоже на 2 дамага. Он на 2 дамага. Окей. Он на 2 дамага. Мне на 2 дамага. 4, 3. Подожди. В респонс я жертвую 3 раза существ, разрушаю тебе вот это. Оно так уже разрушено. Почему? Потому что... Ну да. Все, они проиграли. Все, просто. Все? Че? Хочу! Чего вы хотите? Серега. Ой, я свою руку. Красиво. Почему в три? Тебе в одном тоже. Да, у тебя было 5. Минус 2 от моего и от моего. Ты в одном, Васенька. Своего почему тоже я? Да, each player. А погоди, они же. А у тебя тоже меньше стало. Да, 4, у него 4. Его кричи уже в комбате были. Или моноблю. И что? Значит, дамаг так он нет. Будет. Ничего, все, он умер. Инстантом. Окей, тогда ладно. Может, с тобой попробовать кого-то. Это ты еще скажи, когда противник. Так, иди помой мою чашку. Ты ему два в лицо иди помой мою чашку от кефира. Ты тоже проигрываешь. Блять, вон там туалет. Иди помой, просто она потом будет грязная. Что ты отмораживаешься? Пойди. Да. Раз, два, три, четыре, восемь. Раз, ну а сейчас два, интересно, блядь. Четыре. Тебе надо что-то сфокусить. Сфокусить. Ну что, есть что? Деревья есть. Деревья. Ходи. Ажун. Деревья. Деревья. Что по руке? Серёж. Шикарно. Не твашу есть, дядя. Смотрите, смотрите. На столе посмотрим. Давай выведу. Давай. Ее. Ага. Зачарую. Давал. Давал? Да. Вот это дуэль. Паша, есть как меня подвел. Две. Знаешь как? Сам умирай, а товарищи не предавай. Вот ты меня предал. Я повар, а не посудомойка. В конце твоего. Спасибо, что ты расширил свои функциональные обязанности ради меня. Респонс.
делаешь? Такую штуку. Показываю 4 карты с папы. Еще можно? Mm-hmm, да. А, существо кладу на Battlefield, оно уйдет. Вот это вот. Знаешь, такая есть игра? Battlefield. Игровые поля. Значит, остальные вниз. Не может быть заблокировано? Че? Почему? А, там, если прокачать, то оно can block. Ну, это надо прокачать до какого уровня? До первого. Две маны. Сколько у тебя маны? Ну, я сейчас антап буду делать. Подожди. Все, разыграл, да? Так, да, это конец твоего хода. Окей, прошло. А теперь... Антап. Подожди! Подожди. Ну, я еще могу ходить. Слушай, классная штука, медитативная. Еще есть мастера 12. 2-2. Помните, как она в оригинале называется? Джорни. Это сейчас стоит. Ага. Ходи. Ну, крич сильный вышло. Комби блоки. Да. Ну, хуй знает. Ну, вообще, Паш, ты умер. Почему? Две манки оживил, прилетел. Да. Ой. Сережа больше всех ныл, но больше всех победил. Друзья, кто нас все еще смотрит, спасибо, что были на стриме. Смотрите наш на записи, вы классные. Спасибо, что вы нас смотрите. Мы будем стараться повышать качество контента. Кто я? Сань. Че? Саня всегда едет. Ну, у меня не хватает мест только на Пашу. Но Паша вроде как не идет с нами, он сделает штуку. Да, Паша? А почему не хватает? Потому что посчитай. Раз, два, три, четыре. Да, блин. Я могу на месте водителя поехать. Тарам-тарам-там. То есть ты меня забираешь, да? Ну, естественно, я же тебе обещал, тем более, если коробку делать долго. Коробку, в коробку все сложите, Паша. Да, короче, сушки остаются в храме. Да. Сушки в храм. Кстати, это Сережин кубик. Зачем вы у него его спиздили? Это у Паши. Зачем ты спиздил у Сережи кубик? Не знаю. Разложи все по декам. Данилка общается, а мы его игнорим. Ну, мы спрашивали у него про Зиндикар, и он нам даже ответил. Да. Вот. Да. Так. Не поверишь. Сидел в колоде. Вот это деревья? Да, деревья. Птица. Сереж, смотри, Саш, я понял, это не тот же самый, это совершенно другой эльф. Он анкамоновский, и он не дает не до конца хода. Это не те эльфы, которых вы ищете. Да. И он дает не до конца хода, а зеленый где? Я... Че? Вон, по-моему, зеленый. На следующий дельце. Паш, дай коробку. Ну, естественно, буду, я даже приду. Коробку. Надо мне кисть сказать, что его докатили, я победил. Да, он говорит, что все, фигня ваша, этот команду. Я никогда не буду в жизни его не играть. Я не знаю, его дочка офигенная. Я ему каждый день пишу в чате. У Никиты. Деревья. Деревья. Каждый день Никите пишу в чате.